Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Разберем задачу номер 1279. Разрежьте прямоугольник по прямой линии на две части так, чтобы из этих частей можно было сложить треугольник. Найти два таких решения. Разрежем данный прямоугольник по прямой линии следующим образом. И вот эту вот первую часть мы перенесем вот сюда. Она у нас выделена вот другим цветом. Наша первая вот эта вот часть. Мы получим треугольник, выделенный желтым цветом. Это первый вариант решения. Второй вариант решения. Разрежем прямоугольник опять по прямой линии. Но теперь вот эту вот часть, выделим ее опять другим цветом, перенесем к вот этой вот стороне нашего прямоугольника. Вот она наша часть. Мы опять получим треугольник, выделим его другим цветом. Треугольник другого размера. Мы нашли два решения этой задачи. Разобрали номер 1279. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.